Так, все, дорогие друзья, мы начинаем 16 главу изучать, да, урок, сегодняшний урок по Мишле. Сегодня у нас уже 16 глава. Так, сейчас что-то, а нет вот этой подсачи получше? Тоже, ну ладно, я уже это установил нормально. Но... Итак, кто у нас сегодня, кто у нас в студии? Кто в студии? Сейчас мы проверим, на какой... Итак, дорогие друзья, всем привет. Сейчас низкий уровень... О, пошло. Влад Косов, Михаил Музыковский, Владимир Вовк. Всем здрасте. Яков Шатадин, наш бессменный лидер. Привет, Яков Шатадин. Ну что, сайт заработал? Заработал сайт, а то я не заходил еще. Так, всем шалом. И продолжаем изучать самую высшую мудрость в мире. То есть это выше, выше этого нету. Вот я каждый день, я прямо удивляюсь, думаю, вот почему мне лично так повезло, да? Почему мне так повезло, что есть возможность изучать мировоззрение и подход к жизни мудрейшего из людей за всю историю мироздания, да? То есть... Как бы, вот я сейчас в бизнесе изучаю мышление Рэй Далио, да, умный человек, ну, реально умный человек, заработал там своих 15 миллиардов долларов, умный очень, да, но жизнь его подходит к концу, и вот он в Бога, ну, судя по его книге, он в Бога не верит, и она реально подходит к концу, то есть он как бы понимает, что все закончилось, да. То есть у него просто как бы, и зачем все это было, ну, вот у меня 15 миллиардов, да. Что с ними делать? Ну, как бы... Благодарить. Ну, а зачем? То есть, по его системе благодарительность тоже не нужна, потому что по его системе, как бы, ну, эволюция. То есть, он считает, что управляет миром вот как раз закон эволюции. Выживают сильнейшие. Ну, он выжил. Он выжил, он как бы занял себе какое-то место в 100 самых влиятельных людях мира. И все. И пустота. Дальше, ну, и дальше что? Куда дальше? Не... То есть, он себе каким-то образом почему-то закрыл систему. И там он описывает случай, как он заболел, и как, ну, ему врачи сказали, что ему там осталось немного. Он очень испугался. То есть он испугался, он лучших врачей мира, там, со всеми советовался, там, консилиум устраивал, все. И в конце концов оказалось, что врачи не знали, что с ним. Оказалось, что у него нет там рака крови, как думали. Первый врач, как дал диагноз. Но, как бы, а нам повезло, да, что мы можем изучать, да, Мишли, это система мировоззрения царя Соломона, мудрейшего из людей, который построил первый Иерусалимский храм, который был сыном царя Давида, и который уже 3000 лет его книги, представляете, вообще сила мысли, что его книги изучают 3000 лет, а? Да, да, то есть я не знаю других книг, в которых есть авторство, потому что если мы возьмем, ну да, 2500 лет, это напоминает, три, потому что первый храм был разрушен в 70-м году, а он стоял 400... Второй храм был разрушен в 70-м году нашей эры, он стоял 420 лет, и 70 лет были в изгнании, 490 лет. То есть это уже, считай, ну, 500 лет назад, да. А первый храм стоял 420 лет, то есть 900, еще 920. Ну, всего 903, почти 3000 лет назад. И очень мало из книг, которые вот так вот остались 3000 лет, почти 3000 лет, да, и которые мы понимаем дословно, какая глубина, каждое слово, каждое, то есть это удивительно, ну, давай, уже ладно, вот так поставим. Это удивительно просто, насколько у него была мощнейшая сила мысли, да? Так. Сейчас. Вот, вот так, да, отлично. Все. Итак, значит, 16 глава. Сегодня мы находимся в 16 главе, и... 16 глава это вообще, вот, ну, 3000 лет назад он нам рассказывал психологию, которую только сейчас ученые додумались, там, 100 лет, 150 лет назад этот Фрейд, там, даже не 150, меньше 100 лет назад, Фрейд нам начал рассказывать про подсознание. Вот первый отрывок 16 главы. «Ле Адам Мархе Лев». Он говорит, для человека его Мархе Лев это мысли, да, Бароход системы в сердце, да, дословно, или пути в сердце. Для человека пути в сердце и от Бога маане лашон, а от Бога ответ языка, дословно переводится. Что имеется в виду? Мы уже знаем, что лев, сердце человека, это много замыслов, много мыслей в сердце человека. Значит, это не
орган, в котором, да, который качает кровь. Сердце – это мышление, но то мышление, которое неосознаваемое, то мышление, которое, в котором зашифрованы все мысли человека, все его там знания о мире и так далее. Это сердце. Теперь мы знаем, что только всплывает из подсознания в сознание 50-70 тысяч мыслей за день. То есть то, что человек осознает, это 50-70 тысяч мыслей за день. А внутри их сколько? Те, которые не всплывают, те, которые там есть, их невероятное количество. И внутри все это постоянно, оно кружит. Потом бах, всплыла какая-то мысль. Ой, забыла это. Потом оп, опять кружит. Оп, вспомнила это. Позвали, ответила. Сколько будет 2×2? Пожалуйста вам. Но это же ответ-то был 4 внутри. То есть внутри невероятное количество мыслей. Как они всплывают в голову достаточно произвольно. И это написано, это все для человека. То есть человек, мы учили в 15 главе, что мудрец, он это все проверяет. Он наблюдает за собой, мудрец, он анализирует свои мысли, он хочет понять, а почему у него всплыла эта мысль, почему другая. Он начинает управлять этим хаотичным процессом. Это мудрец. Теперь, значит, у человека внутри вот этих вот много мыслей, пока они не стали решением, мы знаем, много мыслей в сердце человека, в отца Ташем и такум, то есть замысел Бога, он установится. Когда человек принимает решение, это уже называется замысел Бога. То есть, еще раз, чтобы было понятно, Бог это не кто-то сидит на облаке и там наблюдает, да? Бог это то, что наполняет все мироздание в разных его проявлениях. То есть все это мироздание проявление Бога. Человек это самое яркое проявление Бога в этом мире. Да? То есть ангелы, они это еще, наверное, более яркое проявление Бога, но это уже в духовном мире. Но люди в этом мире, наиболее яркое проявление Бога со свободой выбора. Но эта свобода выбора тоже, она получается, если решение, это решение Бога, оно исполнится, значит решение это уже тоже от Бога. А здесь нам написано, что от Бога ответ языка. То есть то, что человек уже сказал, то, что вышло во внешний мир, то, что начало уже двигать внешнюю реальность, люди взаимодействуют друг с другом, целые процессы. И вот то, что уже сказано, это уже тоже написано от Бога. Интересно, а что тогда от человека? От человека это... А вот знаете что? Что от человека? Вот теперь я знаю точно, что от человека. От человека только одно. Намерение. Намерение, куда ты двигаешься. То есть слова, это уже как... Это то, что надевается на намерение. Вот я хочу сейчас объяснить... Я хочу вначале понять, а потом объяснить Мишле. Это мое намерение. Если у меня есть такое намерение, то я хочу это сделать, и мне накладываются слова, которые соответствуют этому намерению. Если мое намерение к Богу, как есть такое, как бы правило такое глобальное, что много, правило такое, все с небес, а коль мина шамаем, кроме страха перед небесами, хуц мира шамаем. То есть намерение мое, или я Бога боюсь, или я в Бога верю, или я хочу к Богу двигаться, или я хочу учить Тору, или я еще что-то хочу. То есть человек, он управляет вот этим своим дух, ну, если говорить на языке Торы, то это руах, дух. У человека есть его намерение, а потом на это намерение накладывается информационная оболочка, которая есть у него в виде слов и в виде представления о мире, как мир работает. И дальше это все выходит уже в реальность, в какую-то, ну, такую звуковую, фактическую реальность в виде слов, в виде действий, которые уже люди взаимодействуют друг с другом. Поэтому написано так. Леадам Мархелев, для человека внутри, все, что у него в сердце, это пока его. Потом от Бога, Маане Лашон, от Бога то, что он говорит вслух. Понятно. Дальше, второй отрывок. Второй отрывок, как в русском языке есть поговорка такая. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Вот смотрите, как оно работает. У меня было намерение, желание,
какой-то дать пример на этот отрывок, да? И я это намерение, как бы у меня появилось, хочу, и всплыла какая-то поговорка вообще непонятная. Слово не воробей, как бы вылетит не поймаешь. Чего не поймаешь? Ну, то есть сама поговорка по себе, она когда-то попала в хранилище моего, на жесткий диск. Попала в каком-то, может, детском саду или в школе, не знаю, это, ну, то есть такого возраста. Теперь появляется намерение, намерение одевается в слова. Слова заходят в телефон, и через телефон они распространяются по миру и записываются даже в каких-то хранилищах в Америке, какие-то хранилища Фейсбука. Да, какие-то сервера. Все, это уже от Бога. Бог держит реальность, это уже слова не мои, это уже слова, они принадлежат не мне, они принадлежат реальности. Вот это вот от Бога Маане Лашон. То есть, когда ты уже сказал, все. Значит, дальше. Второй отрывок. Второй отрывок. Коль даркей иш. Коль даркей иш зах бейнай. Бейнав. Ветохен рухот ашем. Значит, все пути человека, они чистые в его глазах. И проверяет души, душу, вот этот дух намерения проверяет Бог. То есть это как раз об этом. Значит, человек, он когда смотрит, это есть такое правило, что человек все время хочет, чтобы было хорошо. И каждый человек, что бы он ни делал, он, у него есть объяснение, он расскажет, почему это хорошо. Он даже может оправдать любой свой поступок, но скажет: ну что, я не мог иначе, я не мог иначе поступить, вообще, говорит человек. У меня есть очень классно, это я когда-то научился от Рава Ицхака Зильбера, Зихроно Цадик Левраха, такой тестовый вопрос. Когда человек говорит, я что-то могу или не могу, он ему задавал всегда очень простых два вопроса, чтобы именно понять, или он может, или он не может. Например, человек говорит, я не могу учить Тору целый день. Он ему спрашивал: а скажи, говорит, если бы тебе платили 100 тысяч долларов в день за изучение Торы, мог бы? Он говорит: ну, конечно, мог бы, тогда бы учил бы вообще без вопросов. Он говорит: так смотри, значит, ты не можешь, ты не хочешь. То есть, по факту, ты не хочешь, а не можешь. Так говори по факту, я не хочу учить Тору, это твое намерение или не намерение. Понятно, да, идея? Если человек говорил: нет, не могу я учить, все равно, даже мне 100 тысяч долларов платили, не учил бы. Он ему мог спросить второй вопрос, проверочный. А если бы тебе руку отрубили? Вот сказали бы, или мы тебе руку отрубим, или чтобы ты поучился. Он сказал бы, поучился бы, конечно, да? Это проверочных два вопроса, да? 100 тысяч долларов и руку бы отрубили. Когда человек говорит, я не могу, он, ну, наверное, в 100% случаях он обманывает. Может, не хочет, нет намерения. Теперь, что бы человек ни делал, его путь захбейнай, у него путь его чист в его глазах. Человек, который не занимается спортом или курит сигареты, что он говорит? Ой, слушай, да умирают тот, кто курит. Он говорит, да умирают люди, которые не курят, чаще, чем те, которые курят. А вот те, которые курят, вот одна женщина дожила до 120 лет, дожила. Да все нормально, можно курить. Это он, свой путь, он чистый в его глазах. Теперь, но написано нам, что «Ветохен рухот Ашем» проверяет вот эти вот намерения Бога. Бог-то он внутри, и он знает намерения. То есть у этого намерение простое – курить, кайфовать по жизни, не напрягаться и ничего себе не делать. Делать все время, как вот куда сердце ведет, туда и идти. Например. Теперь этот же закон работает и, например, в хороших делах. В конце «Экклезиаста» последний отрывок написано – написано как бы смысл. Сов давар, в конце концов, аколь нишма. Все понятно. Бога бойся, заповеди его соблюдай, в этом весь человек. Веколь давар, дальше написано, и каждую вещь яви элотим ля мишпат. Каждую вещь приведет Бог на суд. Мы сейчас как раз находимся вот на этом суде, где сейчас 10 дней раскаяния, был Рош Ашана, сейчас будет Йом Кипур, вот эти вот как раз 10 дней. Каждую вещь приведет Бог на мишпат, на суд. Все скрытое, коль наилам, все скрытое он приведет. Им тов, вы им ра. И хорошее, и плохое. Ну, понятно, за плохое надо судить, а за хорошее зачем судить? Именно вот здесь нам написано, что тохен рухот ашем, проверяет, вот, дух намерения проверяет Бог. Потому что один человек делает добро,
И он делает добро, потому что ему жалко, например, кого-то. Вот ему жалко этого человека, он прям не может, ему так жалко, он делает ему добро. Но что, что внутри, значит, у него, ему жалко не человека, ему жалко себя. Ему больно, он не может не сделать это, потому что ему самому будет плохо. Значит, он не человека жалеет, а себя. Бог это знает. Другого человека вообще не жалеет. Но он помогает ему прямо больше всех, потому что, чтобы унизить своего товарища, который меньше помогает. Он хочет его победить в добрых делах, ему вообще этого не жалко, но он помогает и говорит, ну смотрите, говорит, как я помогаю, а он не помогает. То есть у него, его намерение это победить товарища. Третий помогает, не хочет помогать, победить товарища тоже не хочет. Ему внутри вообще его не жалко, но он выполняет заповедь, он говорит, я служу Богу, меня, честно говоря, как бы я не понимаю, зачем ему помогать, но это мицва, я люблю Бога, Бог мне сказал помогать, значит я буду делать, что Бог сказал, даже если я с этим не согласен, это совсем другое намерение. Четвертый, он вообще, он говорит то же самое, как третий, но он еще скрывает это и никому не дает вообще, никто не знает, что он помогает. Чтобы он думает так, чтобы меня вообще никто не знал, что я помогаю, чтобы меня никто не хвалил, чтобы у меня не было никакой гордости, благодарности и так далее, я это делаю в чистом виде, потому что Бог сказал помогать. Все, и мне не нужно никакой награды, я просто люблю Бога, вот моя награда, выполнил его заповедь, как в Пертье вот написано, будьте как рабы, которые служат Господину, не ожидая награды. И, значит, он именно идет по этому пути. Значит, это мы изучили второй отрывок, что каждый путь человека чистый в его глазах, ветохен рухот ашем, и проверяет рухот, намерение проверяет Бог. Понятно, да? Поэтому очень важно именно наблюдать за своим намерением и сделать намерение какое, как в третьем отрывке у нас написано. В третьем отрывке нам дается совет. Царь Соломон нам говорит конкретно теперь, что делать. Он говорит... Голь эль ашем маасейха ваикану макшеватейха. Он говорит, голь это галгель, направь на Бога все свои дела, и он установит все твои мысли. То есть он все выпрямит. Это как раз идет продолжение, как мы учили, по-моему, в третьей главе. На всех своих путях познавай его, и он выпрямит твои дороги. А здесь написано, не познавай его, а на него направь, на Бога, все свои дела. И что? И он тогда, он подготовит и выправит все твои мысли. То есть намерение. Главное, чтобы было намерение, как в Пертье Авот написано, это сказал нам Раби Йоси. Он сказал, что «Веколь маасейха ию лишем шамаем». «Все твои дела пусть будут во имя небес». То есть как это сделать практически? Практически это сделать очень просто. То есть вот я, например, сейчас... Провожу этот урок. Для чего? Служу Богу. Все. Чтобы Богу было, я хочу, мое намерение, сделать то, что сказал Бог делать. Заповеди. Все. Я поэтому провожу этот урок. Потом я кофе пью. Зачем я кофе пью? Кофе я пью для того, чтобы была у меня сила проводить урок, который Бог сказал проводить. Понятно? Спортом я занимаюсь. Зачем я спортом занимаюсь? Чтобы у меня была сила проводить урок, который Бог сказал проводить. Деньги я зарабатываю. Зачем я деньги зарабатываю? Чтобы те, которые служат Богу, они должны зарабатывать больше всех. Я считаю, что те, которые служат Богу, они прямо конкретно, то есть, если я уже провожу урок, так, ну, знают же люди, что я Бога люблю, Богу служу, так я и должен больше всех зарабатывать, потому что, ну, люди в этом мире, они уважают за деньги, а... Значит, они должны уважать тех, кто служит Богу, потому что Богу принадлежит вся слава, это его мир. Значит, деньги я зарабатываю тоже для Бога. Понятно, да, идея? То есть, все, что ты делаешь, подумай, как ты можешь свои дела присоединить к Богу, как ты можешь каждое свое дело. Идешь ты кушать, служу Богу, чтобы сила была. Идешь спать, хочу, чтобы были у меня силы. Идешь там причесываться, чтобы красиво выглядеть. Я хочу красиво выглядеть, потому что я как бы творение Бога, пусть все знают, что те, кто служат Богу, выглядят красивее всех. Понятно, да, идея? Все. Голь эляшем маасейха ваикану макшеватейха. Как бы, как на английском пишут, entrust your affairs to the Lord and your plans will succeed. Все.
То есть просто на Бога свои усилия направь, и все твои планы будут succeed, будут они успешными. Все отлично и хорошо. Также мы учили об этом в 3 главе. Птах Эляшем беколь лебеха, положись на Бога всем своим сердцем, валь бинатка аль тишаен, и не полагайся на твою сообразительность. Мне очень понравилось, я Яше говорю, вот смотри, как этот Рэй Далио, как он там мыслит классно, вот он, Яков спрашивает, а на чем он зарабатывает? Ну, типа, на чем? Я говорю, он акции покупает, у него есть система, как акции покупает. Яков говорит, у меня тоже есть система. Говорит, у меня тоже есть система, говорит, вообще работает. Если Бог захочет, чтобы я выиграл, она работает лучше всего. Я говорю, какая? Он говорит, акции надо так покупать. Нужно взять и посчитать. Энити, бенити, ели вареники. Да, я тоже смеялся сильно. Он говорит, если тебе Бог помогает, так ты даже на энити, бенити, ели вареники выиграешь все, что надо. А если не помогает, то нет. Понятно, да? Хорошо, значит, и четвертое, последний сегодня отрывок, четвертый. Коль пааль ашем лиманеу, вегам раша льемра. Значит, на английском очень красивое объяснение этого. The Lord made everything for a purpose. Значит, Бог делает все для цели. И даже... Злодей приготовлен для дня зла. Что это имеется в виду? Значит, все действия, которые Бог делает, они не случайные. То есть, они все ведут к цели проявления славы Всевышнего в этом мире. То есть, по-любому, хоть так, но все, что сделал Бог в этом мире, Он сделал для проявления своей славы. То есть, Он создал мир, верим, ну, я в это верю, но у меня просто нет никакого другого, как бы, логичной модели описания, зачем этот мир кому-то был нужен, зачем нужно было создавать всю вот эту вот махину. Сама она, это бред, она не могла возникнуть сама. Ну, то есть, это нереально, невозможно, чтобы такая сложная вещь возникла хаотичным путем. Нереально. То есть, есть организующая творческая сила, которая управляет миром, создала его и управляет. Это однозначно, это как бы, ну... Я не понимаю, как можно верить в хаотичное создание мира. Это невозможно, нереально. Потому что как устроен человек, как устроен мир. Ну не может цивилизация создать эволюция создать ската электрического и ската обычного. Потому что если обычные не выживали, так должны были выжить электрические. Если обычные выживали, зачем ему электричество тогда? То есть, ну как, объясните мне, 2 ската, один электрический, один не электрический. Как это? Да, то есть, понятное дело, что есть творческая сила, она такая играющая, веселая, ну, то есть, все эти 10 казней, спецэффекты, да, такие, да, то есть, есть Бог. Теперь, и слава Его, она по-любому проявится. Вот здесь написано, что и даже злодей приготовлен для, как, знаете, будет вспышка такая, да, красивая, то есть, вот все злодеи, я перед Рош ха-Шана послал всем открытку, очень интересно, когда... Евреи, это была открытка 1933 года, когда Гитлер пришел к власти. И стоят евреи, открытка прям такая, стоит еврей такой с копорот, такой у него петух в руке, с головой Гитлера и со свастикой. И он крутит и говорит, было там на нашей истории Гитлерки разные, там Шмитлерки, все говорит, все пройдет. Да, это как копора наша. Вот эта картиночка, это он показывает, вот видите. Такая картиночка, и вот они читают обряд копорот. К сожалению, 12 лет он злодействовал, 12 лет уничтожил 6 миллионов евреев. Но конец его был такой, как у любого злодея, как здесь написано, приготовлен злодей для дня зла, для дня расплаты. То есть приходит расплата, и всех злодеев смывают. Почему со злодеями смывают и хороших, добрых людей? Потому что, в принципе, присутствие зла... Это отсутствие света, то есть темнота, ее самой по себе нет. Темнота, она появляется, когда уходит свет, в этот момент появляется темнота. То же самое, зло приходит в этот мир, это не что-то отдельно существующее, зло это отсутствие света. И если бы добрые люди вели наступательную борьбу, то есть если бы они с наступлением, там прямо, как сейчас наступают на курильщиков, да, то есть их прямо реально выжимают. То есть, и в принципе, добро, если бы оно было в активной позиции, оно могло бы уничтожить зло.
Просто обычно зло занимает более активную позицию в этом мире, да? И, в общем, поэтому мы воины света. Поэтому напишите, пожалуйста, 3 своих вывода от этого урока. 3 своих вывода, что вы поняли для себя, какие у вас были выводы, лично ваши. До 3 выводов. Можно 1, 2, 3. И с этим выводом, пускай этот вывод дальше ведет вас, как вывод ведет. Это очень прикольно, да? Когда мы делаем из... То есть человек, он все знание, которое есть внутри на жестком диске, он получил когда-то откуда-то. Это его выводы из того, что ему говорили. Так сейчас мы изучаем мудрость царя Соломона. Теперь каждый оттуда берет выводы. Эти выводы, если вы для себя запишете и сделаете своим правилом, то они начинают вас вести. Все, сделайте, пожалуйста, выводы, и пусть они вас ведут к добру, к свету, и пусть Бог вам даст много сил, ресурсов, богатства, здоровья, гармонии. Пускай всем добрым, хорошим людям Бог помогает и дает невероятную, страшную силу, финансовую, энергетическую, и во все остальные силы тоже. Именно только главное намерение. У нас должно быть намерение служить Богу и делать добро. Все. И Ваикра – это авангард света. Ваикра и возвал. Это как, почему мы назвали этот портал Ваикра? Ваикра слово переводится «и возвал Бог к Моше». То есть это как бы эпил такой, воззвание. То есть у нас уже 100 раввинов, они взывают к людям, которые хотят приблизиться к Богу с разных сторон, разными путями, но мы все двигаемся к Богу, и Бог пусть даст нам всем хороший год. Все, удачи, успехов, и жду ваши выводы.